Добрый день всем! Приготовим быстро отбивные из куриного филе. Я уже отбила их. Здесь я приготовила кляр. 2 яйца, соль, перец, мука. И сюда же порезала одну луковицу. Теперь размешиваем. Лука можно и побольше. Можно и без лука. В это время у нас накаляется сковорода вместе с маслом. На среднем огне очень хорошо накаляем. Масло я налила побольше. Проверим, как накалилось. Вот нормально. Начинаем выкладывать. Где-то кусочки и порвались, ничего страшного, мы их делаем вот так вот. Сложили просто в нормальный кусочек. Я немножко убавлю огонь, что-то у меня уж сильно. Вот кусочек совсем у меня порванный. Я его в общий кусочек соберу и выкладываю. Жарим минут 5-7 с одной стороны и минут 5-7 с другой стороны. Теперь накроем крышкой. Отбивные с припеком готовы. Припек у нас лук. Очень мягенькие, вкусные. Пышные. Вкуснотища. Приятного аппетита и всего доброго!